Приветики всем, меня зовут Яна, и добро пожаловать в First Reading Tales. Давайте пообнимаемся с нашими соклубовцами. С Виолет Берри, с нашим Торнадо поприветствуемся. Вот, спросим, как дела в клубе. Я надеюсь, что все хорошо, потому что я редко захожу в игру. Ну как редко, я каждый день, конечно же, захожу в игру, выполняю там ежедневные задания. Сейчас вместе с вами тоже это все сделаем. Приветик, приветик. Но очень многие находятся в игре довольно-таки долгое время. Вот поэтому я спрашиваю, как же у вас здесь дела. И поговорим о новинках. У нас добавился легендарный свисток. Вот такая легендарная лошадь нам представлена. Здесь даже можно посмотреть видео-превью на эту лошадь. Выглядит, конечно же, потрясающе. Но, к сожалению, этот свисток доступен только для VIP-игроков. Но у меня есть VIP, в принципе, я могу использовать этот свисток. Я не знаю, мой VIP действует или нет, потому что какой VIP здесь имеется в виду? Здесь есть VIP-подписка, вот, и есть VIP по рангам. У меня VIP первого ранга только лишь. Или второго, я уже не помню. По-моему, только первого. Действует ли он на меня? Я не знаю. Вот, можно, конечно, проверить, но мне очень сильно жалко гемов. У меня здесь еще гоночка, по-моему, должна быть. Да, еще 3 билетика не потрачено. Давайте-ка пойдем на гоночку. Выберем лошадку. У меня 2 смайлика, 2 совпадения по смайлику. И пока гоночка у нас здесь ищется, мы поищем наших пегасиков. Тут чуть-чуть осталось, мне еще 2 пегасика найти, по идее. Не знаю, получится ли найти, потому что последние пегасики очень редко появляются. Вот нужно здесь бегать по островам. Вообще можно возле этого острова зависнуть и ждать. Но у меня терпения не хватает столько ждать. Поэтому я летаю по островам и ищу пегасиков. Мне так интереснее. Гоночки сейчас находятся очень редко, потому что выходной, я снимаю это видео. И еще причем с утра. С раннего утра. Я думаю, что еще никто не проснулся и все еще спят. А, нет, в принципе, да, что-то такое есть. Давайте посмотрим, соберется ли народ. Надеюсь, игроки соберутся. Нет, всего лишь 3 игрока. Ну, еще немножечко подождем. 4! Е-е-е! Гоночка будет. Этой гоночки состоятся. Круто, 9 секунд. Давайте подождем секунды. Мне уже не важно, на каком месте я буду. Главное, потратить билеты. Вот, дособирать сундук. Ну, хотя у меня там 4-й ранг, наверное, не получится собрать. Если только потратить золотые билеты, которые мне не хочется тратить. Так, полетели. Я не пользуюсь кнопкой планер. Не знаю, вообще эффективно это, неэффективно. Я знаю, что многие используют на таких дальних расстояниях. Ну, я не использую, мне так удобнее без нее. Напишите в комментариях, используете ли вы эту кнопку, нравится ли вам, действительно ли быстрее пегас летит с этой кнопкой. Так, ну здесь я вроде первая прихожу, очень удачно. Очень удачная гоночка. Дадут ли мне бонусную? Давайте посмотрим. Нет, мне не дали бонусную, к сожалению, но зато дали 150 XP. Так, сразу ставим на следующую. Видите, у меня до 4 ранга еще 150 нужно будет набрать очков, сундучков, да? Очков и сундучков. Не знаю, соберу или нет за воскресенье, потому что я снимаю это видео в воскресенье. Ну вот, ну давайте поищем еще пегасиков. Последний, да, у нас пегасик остался. Эх, последний пегасик-то где? Давай, ищись. Ищись скорее. Скоро уже заканчиваете школу, я знаю, да, а вот, наконец-то. Скоро будет последний звонок. Вот. У многих, наверное, экзамены, кто заканчивает 9 класс, у кого 11 класс заканчивается. У нас, кстати, 12 классов сейчас идет в Казахстане. Те, кто недавно пошел в школу, они будут заканчивать 12 классов. Те, кто несколько лет назад поступил в школу, будут заканчивать 11 классов. Вот, те, кто заканчивает 11 классов, они сдают ЕНТ. Я знаю, что у нас в клубе есть Торнадо, который заканчивает 11 класс.
Вот желаю ей удачи. Но, по-моему, ЕНТ уже прошло. Ну, я уже не в курсе, кстати, по ЕНТ, как оно, когда оно было или будет. Вот, и я ей желаю удачи в поступлении в ВУЗ. Так, еще одна гоночка начинается. Я не знаю, почему у меня почему я все время снимаю только гонки Пегаса. Наверное, это самое любимое занятие в этой игре. Вот самое интересное, что здесь есть. Конечно же, здесь есть еще социальные квесты, которые нужно тоже каждые 4 часа проходить для того, чтобы собрать жемчуг. Ну, мне сейчас жемчуг не особо-то и нужен. Жемчуг нужен для покупки пэтов прежде всего, да? И одежды. Одежды для персонажа. Ну, одежды у меня предостаточно, в принципе, сейчас уже ничего такого не хочется. Если появится что-то новенькое, то я потрачу с удовольствием жемчуг на новую одежду. Тратить жемчуг на пэтов мне тоже не особо хочется. Потому что у меня их тоже предостаточно. Я их получаю из сундуков. Ну, тоже первая пришла, да? Круто. Еще 150 экспи заработали. Так, и у нас осталась последняя скачка. Последняя гоночка, да? Ну, надеюсь, что найдется. Я уже, скорее всего, ее снимать не буду, потому что вы уже насмотрелись эти гоночки. Пегасиков мы половили. В принципе, уже все сделали, да? Сделали все ежедневные задания, которые у меня здесь бывают. Это ловля пегасиков. Ставлю я еще на миссии пегасиков. Вот сюда. Вот, и я их не снимаю с квестов, жду удвоения. Потом, когда у меня накопится очень много миссий и будет удвоение по квестам, только тогда я их и сниму. Советую вам делать точно так же. Такой небольшой лайфхак. Ладно, так уж и быть. Сходим еще и третий раз на гонку. Ну, тем более она всего длится 37 секунд, не так уж и долго. Так. Ох, нас всего четверо, да? Все меньше и меньше. Надеюсь, получится здесь тоже победить. Все три раза сходить на гонку и получить первое место. Это большая удача. Там лошадка у нас еще для ловли такая, знаете, хорошая, неплохая. Она ловится на эпические сферы. По-моему, это не Пегас, это обычная лошадь. Вот. Но когда ее продаете, вам дают монеты как за Пегаса. То есть 9000 монет. Я не знаю, поправили баг этот или нет, но вообще это ошибка как бы игры. Она, по идее, должна стоить столько же, сколько и эпическая. Ой, я вторая пришла. Чуть-чуть не успела, надо было, конечно, по-другому пойти. Давайте-ка поймаем лошадку. Да. То есть тратим на нее эпические сферы. Ой, у меня... Так, я персонажа не вижу, у меня опять баг. Я смогу ее поймать? Здесь столько багов на этом острове. Ужас. Да. Все, я поймала баг. Обалдеть. Теперь я буду без персонажа. Давайте-ка, наверное, открывать сундуки. Сундуки чемпиона. Так, обычный сундук открываем. 4 гема дали. Угу. Три бонусных у нас на этой неделе, как обычно. Так, очень хочется гемы. Так, пока что ничего не выпало. Последний бонусный. Тоже гемы. А, есть 50 гемов. Класс. Классно. Так, здесь у меня не лошадь, здесь у меня вот такой эпический попугай полинезия. Прикольно, но это еще не все. В мультиплеере у нас на этой неделе снова Клайд. У нас неделя Клайдов будет, да? Но на прошлой неделе был красивый фриз. Это не лошадь. Это у нас фантазия. Вот такая пума. Вот у меня такая синяя, и теперь будет фиолетовая. Можно будет еще черную поставить. Давайте черную тоже поставим. И, наверное, выкупим слот. Угу, за 60, за 60 жемчуга. И еще одну поставим. Будет у меня стая пум, да? Стая пум, тигров, пантер. Так, здесь я не хочу выбирать.
Ну, прикольно. 5 штук у меня теперь бегает. И кто-то еще воспользовался моей реферальной ссылкой. Спасибо большое, что вы прокачиваетесь. И у меня доступен бронзовый свист. А, давайте попробуем открыть. Так, бронзовый свист мне вот таким образом интересным дали, да? И теперь я могу им воспользоваться, да? Да, вот здесь. А, открываем. Так, здесь у меня лошадка какая-то интересная. Смотрим. Так. Ага, не очень интересная лошадка, это просто необычный мустанг. Но все равно прикольно. Прикольно, что кто-то использовал мою реферальную ссылку. И дальше, если будет прокачиваться до 15 уровня, то я смогу открыть серебряный свист, потом уже мистический свист, да, жемчуг еще получу. И если прокачается этот человек до 40 уровня, то я получу вот такого красивого мустанга. Вот, будем надеяться, что так и произойдет. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Прика. Ой, с вами была Яна, и увидимся в новых роликах.